Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Castlevania Lords of Shadow. Великая победа. Габриэль завоевал доверие у девочки, и вместе они страшная сила. Она так юна и так прекрасна. Здесь, на краю человечества, жизнь такая непрочная. И тем не менее, она смогла выжить с помощью своего защитника, темного рыцаря. Вскоре их заберет сон. Измученные и усталые спят они. Но этой ночью вновь придет Рок. И боюсь, мой друг никогда не оправится от этого. Нападут на нас? Почему? Не дай тьме завладеть тобой, Габриэль. Ты должен снять перчатку с рыцаря. Это ключ. Придет время, и перчатка тебе пригодится. Нет. Я не причиню им вреда. Это не выход. Боюсь. Так он ее реально замочил. Нет. 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 Да уж. Они мне так хорошо помогали. Мы с ними могли легко пройти. И вот такая подстава. И я еще сейчас с ним дерусь, ведь он ничего плохого не сделал. Просто отомстить хочет. Блин, просто я такой говно. Взял мне. Я же прыгнул. А, я его оглушил. Сохранение. Ну ладно. Блин. Я рано прыгаю, я привык к тем титанам так прыгать.
взял девочку за мать. Постоянно за мной бегать будет. И как мне драться тогда? Да это, наверное, бесконечно. Теперь я буду с ним еще больше сражаться. Может, на него надо? Что он делает, надо его запасить. Потому что сейчас эта штука преследует, уже преследует. О, вот он уничтожил свое создание. Теперь он без доспеха. Ну, я достал уже. Ну, надоело. Ворачивается, давай, выпасится. Мужики. Как девочка. Это время мог нормально вести. Нет, ну... Да ну давай, да чё за... Вот дерьмо, а! У него все жизни восстановились. Зашибись! Мечта любого. Из-за того, что я нажимал кнопку, нажимал. Рядом этот кусок говна терся. Полдня надо.
Вот сразу бы так. Он бы уже дохлый был. Сновидение – ключ к разуму. Габриэль заплатил ужасную цену, поддавшись усталости. Многие бессонные ночи после утраты своей возлюбленной. Страх сомкнуть глаза, преследующие его кошмары – все это сыграло роль. Неужели он убил бедную девочку? Или есть другое объяснение? Сомнения точат его, пожирая его душу. Голем оберегал это дитя столетиями, преданно ее любил. Он не мог дать Габриэлю жить дальше, и все же отдал свою перчатку. Немногие бы пошли дальше, многие бы бросили поиски, но что-то в глубине его души заставляет его двигаться. Темные силы укоренились, и вскоре все порождения ночи почувствуют страх перед ним. Перчатка теней. Это произведение кузнецов-магов Агарты. Изначально не предполагалось использовать при создании темного рыцаря-голема, но она сама каким-то таинственным образом оказалась в первоначальном проекте на заключительных этапах его создания. Отец Клауди добавил ее, считая, что этот компонент придаст голему невообразимую мощь и силу, которые смогут защитить его любимую дочь, но на самом деле перчатка имела и другое, гораздо более темное предназначение. Так зачем она нужна тогда? Ничего здесь нету. Кто идет-то сюда? Я вас в коктейль превращу. Так что мне делать-то? Никто не идет сюда. Никакие пауки. Может, мне и дальше эту штуку надо толкать? Я уже вернуться-то не могу. Ну так нет никого, а что мне делать-то?
Эй, может, игра тупанула? Может, надо перезапустить? Обратно он забираться не хочет. Та штука еще тогда светилась. Ну и где эта контрольная точка? Если эта штука сейчас дальше, ладно, проедет, то это значит непродуманность. Потому что, что за фигня? Ее надо толкать дальше, а я, главное, не могу вернуться. Магия теней. У меня нет магии теней. Как мне сюда забраться-то потом? Вот издеваетесь. Потом-то он не забирается сюда. Забрался! Вот же говнарь! Кто на меня? Она вылетела. Как здорово. Где я? А, я перепрыгнул как бы. Ладно. Как он не разбился-то вообще? Еще и допрыгивает. Так, наверх ползем. Так, сдох еще один. Hey!
всем сейчас достанется. Бей всех! Псин этих. Чё такое? Летает. О, они помогают. Я бы и без них справился. Одну такую я уже видел. В начале там была. Голая. Сумку для феи, ищите цветы с феями в башнях, чтобы наполнить ее. Чтобы двери такие открывать. Сейчас, похоже, толкать что-то надо будет. Я еще ни одной штуки такую не собрал. До сих пор. Сейчас кто-нибудь попрет. Ну или нет. Надо будет ударить. Да не туда бьешь, парень. Пора использовать эти кинжалы. Это просто валяются постоянно в больших количествах. А, мне феи, наверное, нужны, да? Тут зверь какой-нибудь. А вот и мой зверь.
только псинка. А, все. Бежим. Сейчас заберемся. Я тебя убью. И все будет хорошо. А без него я не смогу допрыгнуть. Вот этот здоровяк. Лучше я пока не буду убивать своего. Все, закончились слабаки. Так, я могу подняться или наоборот опуститься. Руна магии. Так, я упаду. Нет, это я не могу пройти. Феи, нажмите при выбранных феях, чтобы выпустить одну из них во врага. Можно выпустить еще фей повторным нажатием. Феи полетят на врагов, отвлекая некоторых из них и давая вам время на выполнение опустошающей атаки. Феи очень хрупкие и погибнут после использования. Магические силы, оживляющие феи, могут также быть использованы для включения некоторых древних устройств. Во второй части это были летучие мыши, а здесь феи. Какая руна магии-то? У меня всего одна фея. Всего одна. Фея, это же не магия, да? Да, блин. Полный запас здоровья. Уху. Еще один камень. Найду ли я его до конца игры? Я только что здесь был. Да ну... Иди. Чё-то я такого не помню.
Ну. Ах, вон я где. Тут нет феи, да? Пусти. Ладно, проходить дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.